28 августа, 15 августа, по старому стилю, воскресенье, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, Собор Кемеровских святых, иконы Софии Премудрости Божией Новгородской чтимы, иконы Успения Божией Матери Киево-Печорская, Авиновская, Псково-Печорская, Семигородная, Пюхтицкая, икона Божией Матери Моздокская, Отскурская, Целканская, Лахернская, Владимирско-Ростовская, Бахчисарайская, Чухломская, Тупичевская. Праведный Николай Кавасила, на Успение Божией Матери. Надлежало, чтобы Пресвятая соучаствовала Сыну, Его промышления о нас постоянно. И как она предала Ему свою плоть и кровь, и со своей стороны стала причастна Его благодеяний, так равным образом приобщилась она всех скорбей и печалей. Он, будучи пригвожден ко Христу, был прободен в ребра копьем. Ее же сердце пронзил меч, как произвестил божественный Симеон, и другие общие сыны и матери муки добавили те псы, припомнив прежние его слова, именуя льстецом и пытаясь уличить в обмане, так она, став первой причастной смерти Спасителя, вследствие этого прежде всех стала участницей воскресения, ведь она сподобила созерцание и приветствие Сына, сокрушившего власть ада и воскресшего, и сопровождала Его, восходившего на небо, а по вознесении Его заместила Его апостолом и другим спутникам Спасителя общими с Ним благодеяниями, восполняя недостаток Христа лучше кого бы то ни было другого. Надлежало, чтобы сия Пресвятая Всесвятая Душа разрешилась от священного тела. Она разрешается и соединяется с душой Сына с первым светом второй. Тело же по кратком пребывании в земле и само вместе с душой удалилось отсюда, надлежало ей пройти по всем путям, по которым прошел Спаситель, воссиять живым мертвым, в полноте святитель, естество, осветить естество и снова получить подобающее место, поэтому гроб принял ее на малое время. А затем небо восхитило эту новую землю. Духовное тело, сокровищницу нашей жизни, славнейшую ангелов и святейшую архангелов. И возвращен был трон царю, рай древу жизни, древо плоду, мать сыну, во всем достойного своего порождения. Какое слово будет достаточным для рассказа о твоей блаженной праведности? О дарах Спасителя тебе и твоих людям. Никакое, даже если бы кто говорил языком человеческим и ангельским. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 1 стих. Мне кажется, что она уже имеет часть в вечном блаженстве, уготовленным праведником, но, конечно, Дева ведает и ей о том возвещать. Ведь не видел того глаз, не слышал ухо, 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих, и мир не может вместить, только там, по праву, можно увидеть твои чудеса, где новое небо, новая земля, где солнце правды, которое не заходит и не покрывается мраком. Ритор твоих деяний сам Спаситель,
а рукоплещущие ангелы. Только там ты можешь встретить достойный тебя глаз. Людям же это исполнить невозможно. Но мы постольку принимаемся за речь о тебе, поскольку это способствует освящению языка и души. Ведь и одно, только слово, относящееся к тебе, или воспоминание о тебе выставляет душу, очищает разум и делает нас из плотских духовными, из греховных святыми. О, полнота благ, известных нам в этой жизни и тех, которые узнаем по отшествии отсюда. О, Дева, ставшая при начале блаженства и святости и открывшая путь другим. О, спасение людей, свет миру, путь ко Спасителю, врата жизненных достойных именований, которые ради спасения совершенного Спасителя могут быть тебе приложены. Он ведь виновник, ты же совиновница моего освящения и всего того, что от Спасителя через тебя и что от тебя одно я получил. Твоя кровь в той крови, которая омывает грехи мира, от тебя то тело, в котором я получил освящение, в котором Новый Завет, в котором вся надежда на спасение, твое чрево, Царство Божие. Но, о высшее всех хвалений и всякого прилагаемого именования, прими песнь, не пренебреги усердием, дары, что лучше о тебе помыслить и воспеть и ныне, в этой жизни и после в жизни вечной. Аминь. Праздником, дорогие братья и сестры, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Пресвятой Девы Марии, молитвы до которой досподобимся получить прощение грехов у Господа нашего Иисуса Христа. Помоги, Господи, нам!